Приветствую вас и в известной степени успех предпринимаемых вами действий зависит от мотивации. Если вы собираетесь приехать в другой город, потому что в вашем вам не нравится жизнь, не нравится только уровень, которого вы там достигли, вы считаете, что вы достойны большего, вы считаете, что вам нужно развиваться, вам нужно покорять новые вершины, то тогда у вас мотивация достаточно большая для того, чтобы и найти работу, и, в общем-то, переехать в другой город тоже. Если же вы собираетесь переезжать в город, потому что в нем вам стало по какой-то причине некомфортно, неуютно, неудобно и прочее, то вот в этом случае, безусловно, мотивация вас страдает, вы как бы бежите от проблемы, вы стремитесь от нее отдалиться, и чисто теоретически, если проблема исчезнет, то вы по сути, вернетесь обратно. То есть вы будете стремиться вернуться обратно, потому что там вам все знакомо, там все родное, все близкое и так далее. И вот для начала нужно определиться именно с мотивацией. Почему? И если мотивация первая, то у вас, безусловно, все получится, так как целеустремленность идет из ваших желаний, и причины, то есть препятствия могут быть только в том, что касается технической стороны вопроса. Если же вам есть какой-то конфликт, то тогда, конечно, будет сложнее, и вероятность того, что у вас все получится, гораздо меньше. Хочу сказать, что ваш вопрос по своему запросу, по своей форме, больше напоминает аналогичный для эзотериков. И, возможно, вам нужно переадресовать его именно им, так как эзотерики занимаются тем, что как раз-таки гадают и предсказывают будущее. И если вам нужно именно это, предсказание будущего, то, пожалуйста, обратитесь в раздел эзотерики, задайте там свой вопрос, и вы получите на него соответствующий, характерный для эзотериков, ответ. С точки зрения психологии, анализ был мной проведен в вашей ситуации в той форме, которые вы ее описали, и на этом, в принципе, можно закончить. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А пока желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей жизни.